Приветик, не спящие. Поехали дальше. Сегодня будем заниматься поисками. Будем заниматься очень долгими, видимо, поисками всякого барахла в виде крылья фей, всяких там перьев, быков и всякого такого прочего. Вот ты. Так вот, к новостям. Я посмотрел, значит, в интернете, но, к сожалению, в интернете по поводу того, где растут перья быка, ничего такого не было. Там был один сайт, который сказал мне, что, мол, пройди по игре, дойди до какой-то там точки, там будет нечто похожее на быка с крыльями. Пока что я встречал только вот это, похожее на быка с крыльями, и крылья он не дропает. Рога, молоко, это запросто. Вот крылья не дропают. Сволочь такая. Даже деньги дропает, но не крылья. Что угодно, но не крылья. Какой-то кошмар. Мясо, рога, фермент, молоко. Деньги. Где крылья, тварь? Нету крыльев. Не дропает. Нормально. Живем. Замечательно. Осколок даже дропнул. Даже осколок эта хрень дропанула, понимаете, да? Насколько абсурдна ситуация. Он дропает все, кроме крыльев. Может быть, нужно какое-то специальное оружие, какая-нибудь катана, там что-нибудь, какой-нибудь нарезатель крыльев. Нет. Слушайте, я вот что подумал. Может быть, эта хрень крафтится? Ну, может же быть такое? А, мы сейчас где-то вот здесь. До телепорта грести довольно далеко. Но! Вот здесь вот, есть два прохода, которые я еще не проверил. Так что пойдемте, мы их и проверим. Заодно поубиваю фей. Может быть, дропнут крылья. Ну, конечно, пыль. Эти сволочи тоже особо ничего не дропнут. Им лишь бы летать да ругаться. Бычок. Ну, ты ведь опять не дропнешь мне крылу. Молоко. А! Скотина. Что-то горгульи начали быстро как-то умирать. Что-то это подозрительно даже. Обезьянки. Сталь, конопля. Кровь монстра. А что дропает эта хрень? На мне, кстати, вроде бы осколок давала. Вроде бы. Адский кошак. Катись обратно в ад. Давай. Ну, молодец. Он даже что-то оставил после себя. Шкура. Львиная, больно вообще-то. Да хватит. Несмотря на то, что дамажат они меня всего по единичке, все равно неприятно. Я это читал? Вроде читал. Алая метель. А, ну... Такими дрынами я не пользуюсь. Кстати, комната с сейвом. Почему бы и не сохраниться? Секретки, видимо, нет. Очень жаль. Такс. Ха! Горячая клавиша поди? Ну, конечно. Еще один слот для хоткеев. Не совсем хоткеев, скорее для набора одежды и оружия. В принципе, больше идти некуда. В принципе. Остальные места просто все закрыты.
Кстати, эта хрень дропнула осколок. Что за осколок? Круговой разрыв. Бросьте острый крутящийся диск в выбранном направлении. Ну, не сказал бы, что это круто. Лопатный. Ты отстань. Текс. А там сундук. Переход. Как подло вышло. И наверх уже не вернуться. Нехорошо. На самом деле... Опаньки. Это что за стул? Воу! Воу! Что за шутки? Не, подожди, давай обратно. Куда ты скачешь, полудурушный? На самый верх. Не, налево, налево, налево. Как мне с него спрыгнуть? Помогите. Отпусти меня, стул! Как-то не вовремя меня отпустил. Кошмар. Карри-порошок, ну... Хрень. Ты не дерешься? Не дерется. Карри-рецепт. Прекрасно. Это просто именно то, что я и искал. Так, судя по всему, нам куда-то еще сюда можно сходить. Магия! Отлично. Дикий стул какой-то попался. Тут вот у разработчиков игры какой-то фетиш из-за этих стульев, потому что куда ни сунься, везде стулья. В какой бы локации ты ни оказался, там есть или стул, или рояль, где можно посидеть. Да, кстати, что ты тут делаешь? Нет, спасибо, мужик. У меня камни кончились. Мудень. Вот и сиди здесь. Я ему, значит, дал дорогущий камень, а он взял и... телепортировался сюда. Мудак! Там ни хрена нет. Никаких секреток. Вниз не проникнуть. Пойдем наверх. Стул. Давай. Не-не-не-не. Надо сесть. И скакать отсюда. Куда ты скачешь, стул? Какого хрена ты делаешь? Я им не управляю, это он сам. Может быть, наверх пойдем? Хватит драться со стулом. Меч, прекрати. Он нас куда-то ведет, видишь? Стульчик, может, мы прыгнем наверх? А? Как тебе такой план? Не будешь же ты вынуждать меня скакать? По всей локации, видимо, будет. Очень жаль. Как мне теперь туда попасть? Из-за этого водопада, твою мать. Ладно. Чего уж там. Пойдем тогда дальше. Да. Хрен с ним, по 3 хп это несерьезно. Слишком маленький урон для того, чтобы я обращал на него внимание. Вернее, особо сильное внимание. Не, лопатный, подожди. А! Говном он в меня кидается. Жалко, камня нету. Я бы сейчас телепортировался. Ну да ладно. Ау. Да, уйди. Уйди. Придется, значит, грести пешочком. Очень жаль. Лопатные рыцари здесь какие-то слишком бронебойные. Слишком грязью кидаются. Так что ну их нахрен.
Даже драться с ними не собираюсь. Так, налево меня что, тоже не пускают, что ли? А, тут же вроде была эта хрень с рычагом и дверью, куда было не пройти, да? Ну, само собой. Очень жаль. Ладно, ладно. Пойдем тогда дальше. Кстати, в прошлый раз я, возможно, облажался с фонтаном кровавым. И после того, как я его ударил, нужно, наверное, было прыгнуть вниз, попробовать. Возможно, это сработает. Попробуем сейчас, если я вылезу отсюда, конечно. Ну, рано или поздно-то я вылезу отсюда, правда? Как же он долго умирает. Просто кошмар. А-а-а! Уйди. Да я пешком быстрее дойду, чем эта хрень меня довезет. Правда, тут летает и катается всякое. Дамажащее. Ай. Просто повсюду. Я, кстати, приноровился вроде бы выполнить этот трюк, не отпуская некоторых клавиш. Так, кровавый фонтан. Где-то должен был быть слева. Вообще, сейчас в игре осталось не так много, что можно выполнить, исполнить, сделать. По большей части это фарм. Мне нужно перо, мне нужно крыло. И это поиски остальных путей, которые остались, которые для меня сейчас не закрыты. Вот тут она скачет. Не. Не работает. Не, вообще никак не работает. Очень жаль. Очень жаль. Может быть, дело в висящей на мече статуи в этой херне? Может быть, ее нужно как-то убрать, сжечь? Еще что-нибудь? Ай! Вот, вот эта вот хрень. Может, ее надо сжечь? Не горит, зараза. Что же мне с ней делать? Ладно. Видимо, ничего. Ну, пойдем сохранимся. Пока дают. Куда же можно теперь пойти? Путей не так много. Я вижу слева, есть какая-то дверь. Пойдем проверим. Я сомневаюсь, что нас туда пустят, но... Почему бы не проверить? Тем более, фармить сейчас мне лень. Так что... Недалеко не факт, что это именно тот моб для фарма. Может быть, нужен какой-то другой крылатый бычара. Так, это та комната. Надо же. Осколок. Еще и сундук. С железом и бронзой. Ах ты ж. Как нехорошо вышло. А что, здесь не было, что ли? Я же здесь был. И вроде бы эту книжку даже читал. Сюда мне не запрыгнуть. По крайней мере, пока что. И, соответственно, наверх не пролезть. Что же делать? Там сундук. Причем классный сундук. Мне бы вот прыжок улучшить. Как я ненавижу это дело. Ладно, куда дальше? Кошмар просто какой-то.
И это 38% карты, между прочим. Ну вот, прикидывать, если, да? Вот этот тоннель, туда меня не пускают. Здесь я везде был. Здесь все закрыто. Здесь, кажется, сюда меня тоже не пускают. Вот в этом месте меня точно сюда не пускают. Нужен скилл проскальзывания сквозь узкие щели. Здесь, походу, такая же история. Или нужен высокий прыжок, или что-то такое. Потом. Это водопад, здесь непись живет. Здесь мы были, здесь дверь закрыта, здесь меня не пускают. Сюда меня не пускают. Сюда меня не пускают. Сюда меня тоже не пускают. То есть наверх не пролезешь. Сюда меня тоже не пускают. И остается еще вот эта штука, но там нужно плавание. То есть меня как бы тоже не пустят. Вообще, под сомнение, вот эта вот комната осталась. Надо ее проверить. Тогда сделаем вот как. Проверим подземку еще разок. Может быть, там как-то можно пролезть без скилла плавания. Мало ли. И проверим вторую комнату сверху. Плюс надо как-то открыть еще будет длинный тоннель справа в конце. Нужно, видимо, дернуть какой-то механизм или что-то сделать, чтобы его открыть. Вот что именно. Какая здесь странная тишина. Даже музыки нет. Не, ну не, не. Здесь плавание нужно по-любому. Без плавания вообще, видать, никак. Может быть, если только так, как-нибудь попробовать. Правда, она сразу улетает в днище морское. То есть направо мне не пролезть. Плавать точно никак нельзя. Нельзя. Ненависть. Хорошо, хорошо. Пойдем наверх проверять эту комнату. Я, наверное, воспользуюсь телепортом. Потому что бегать туда мне лень. Ауч. Если бы она еще на месте не садилась на пару секунд передохнуть, было бы вообще замечательно. А, отстань, летающая дрянь. А, чертова грязь на ножках с костями. Стоит такая грязь на крыше, костями кидается.
Прям анекдот почти. Здрасте. Ну, пойдем налево. Смотрим, может быть, все-таки можно будет туда пролезть. Ай, привет, кошак. Ну, раз уж я тебя начал бить, то добью. Почему бы и нет, правда? Правда. Здорово, кошак. Че, все еще спамишь огненными торнадо? Кошачьи уши. Какие характеристики у него забавные. Очаровательный аксессуар, дающий владельцу кошачьи уши. Ну, это, конечно, да. Мощь. Мощь кошачьих ушей. Кошмар какой-то. Отдайте мне шляпу пирата. Так, что это за комната вообще? А, это та самая комната. Здесь тоже скилл нужен. Вот здесь вот. Отскоками как-то, видимо, нужно будет баловаться. Скилла у меня нет этого. Этот хренов осколок я пока не раздобыл. Где его взять, самому интересно. Игра свежая, в интернете пока данных о местонахождении осколков нет. Прям вот вынуждают видео запилить. Но, не, я пас. Мне слишком лень этим заниматься. Ладушки, куда мы с вами тогда двинем дальше? Пойдем, наверное, все-таки фармить бычка. Или мы можем с вами пройтись вот здесь. Еще разок я проверю место одно. Ну, если уж туда не пустят... Видимо, придется идти фармить бычка. Как видите, здесь вот нужен скилл. У меня его нет. Здесь тоже нужен скилл. Что ты здесь делаешь вообще? Ау. Осколок? Из нее падает осколок? Поди... Спутник, священная тень. Временно повышает ваши параметры. Почему временно? Это фиолетовый был вроде, или синий? Синий. Изменяет больше параметров. А как он работает? Упс, это не то. Слушай, а прикольно. А это позволит мне сильнее прыгать? Выше? Нет? Видимо, нет. Так по 29, а так по 32. Ну, не супер полезно, конечно. Но, в принципе, неплохо. Ау! Кстати, я же вроде залезал туда как-то по-другому, да? Давай, поехали. Подъезжаешь вот сюда. Делаешь вот так. Давай. Я тебя в прошлый раз двинул. Во. Во. Читы. В прямом эфире. На этой херне можно и покататься. Давай, давай. Ну вот сюда я уже не пустит. Ау. 103. Нет, 10. Или 103. Вроде 10. А! Надо усилить эту хрень, кстати. Посмотрим, что для этого требуется. Ну, туда уже не пускают. Сюда залезть, видимо, не выйдет. Вообще никак, да? Ну, то есть, понятно, да? Наверх нас тоже не пускают. Вообще никуда нельзя, прям кошмар какой-то. Ну что, за бычком? Идем фармить бычка.
Видимо. А! Кстати, на пушку можно прыгать. Оказывается. Так, а где бычок-то живет? Где я вообще? Нам вниз. А, нам туда не пройти просто так. Хреново. Хорошему надо бы телепортом воспользоваться. Ну да ладно. Обойдемся. Сундук. Ну там наверняка какое-нибудь барахло лежало. И буду за ней возвращаться лишний раз. А! Ты падла. Может вот эту хрень пофармить? Что из нее вообще падает? Волшебное ничего? Осколок пустоты? Да, хп маловато. Надо сохраниться. Сейф. Не, может до меня что-то не дошло? Хотя вряд ли. Я вроде бы поискал все входы-выходы. Больше здесь реально просто идти некуда. Как мне попасть к бычку? Да побыстрее. Путем обхождения всей этой галиматии. Зашибись. А может быть до лифта докатить? О, отличный план. Лифт! Почему бы и нет? Ау! Ау! Некоторые переходы почему-то на картах не отмечены. Странно как. Наверх. Еще выше. Бычок, идем-ка я тебя наказывать буду. Ну загружайся быстрее. Что ли? Мне нужен мой меч, который вот этот вот. Двуручный такой большой. Во. И у меня как раз кольцо ходока стояло. Нормально. Кольцо с критами какое-то не очень классное. Нет, в целом-то оно классное. Забавное. Но у него слишком редко проходят криты. Как бы... Они, в принципе-то, редко проходят, но с кольцом они проходят немножко чаще. Но недостаточно часто, чтобы я таскал это кольцо с собой. На руке. Чё-то я не туда прижал, что ли? Где бычок-то? Он же был прямо возле телепорта, не? Это какая-то херня странная. Если бы этот дрын не был таким долгим, было бы замечательно. Да бей ты! Неплохой урон, да? Заряженная атака плюс усиление убивают бычка нафиг. Пыль. Деньги. Зашибись. Бычок, ты же здесь жил, правда? Два удара. А с усилением? Тоже два удара.
Молоко, фермент. Крылья где? Ублюдочный ты наш. Такое. Все три сразу три элемента выпало. Странно, что рок не вывалился. Было бы почти коллекция. Вернее, была бы почти коллекция. Хоть бычка собирай. Молоко, фермент, мясо, нормально. Осталось только выронить рок и крыло. Сколок, еще и осколок, замечательно. Класс. Хорошо. Похоже, все-таки это не тот моб, который мне был нужен. По крайней мере, была такая возможность. Значит, мы с вами сейчас идем до телепорта. Оттуда идем к алхимику. Потому что больше идти некуда. Просто некуда. Ничего не осталось. Будем пытаться скрафтить. Хотя вообще-то нет. Мы с вами никуда не пойдем. На сегодня, наверное, хватит вообще. Я устал. Поэтому давайте в следующий раз все-таки найдем остальные ингредиенты и пройдем дальше по сюжету. В общем, такие дела.